Это только видео выступление. Давай. Ага. Ух ты, как красивенько, два человечка и глазики. Гора. Почти и солнышко. Это Хатора рисовал. Карта такая была. Угу. Вон красивая. Так, никем не. Ну, змея наша классическая. Хотела сказать, подсветишь. Классно. Так, давай там что-то еще. А, о, какие ребята сразу образовались. Кстати, вот здесь я в их платьях вижу лотосы, а там не заметила этого. Ну, верни сейчас картинку. А, есть, видишь, я не заметила. Так, что-то еще ты обещала. Прикольно. Я, кстати, вот такие колоды люблю, которые вот так нарисованы, потом тебе покажу. Ну, они крафтовые, я все время опаздывала, в тираж не попадала. Есть пару колод таких. А дальше просто эффект прикольный наш. Ну, вот там смотри. Рисунок? Да, тут двигаются вот эти плазмоиды. А ну, ты видишь? А, точно! Ух ты! Надо как видео снимать. Оно, за... да, оно фиксируется, меня... снимается как слайд-шоу, да, или как видео? Можно как видео выбрать, снимать, сколько, да? Времени оно будет. Там одну минуту я сделала. Пришлешь мне, да, угу. Я ее загружу. А второе с рисунком, где я пою, и там можно наложить еще звук, и я наложила звук своего пения. Ух ты, пришлешь мне. Слышишь? И еще включи. Я, знаешь, что хотела? Там видео, помнишь, мы хотели наложить, чтобы... полностью энергоинформационный пакет передать. Поищешь такие, да? Знаешь, это очень похоже на то состояние, которое у меня с китами.